Что, ребят, привет. Я иду сейчас к своей бабушке, и она будет мне лекции читать 2,5 часа, после которого у меня будет тревожное, это приступ тревожного расстройства. О, смотрите, здесь тоже треугольник, логотип. Короче, вы приглядитесь к логотипам, которые делают какие-нибудь компании, они все делают логотипы треугольники. Ну ладно, какие-то мелкие, но вы приглядитесь к этим, к госкорпорациям, там везде треугольники. Ну чё, короче, ребят, сейчас меня будет... Сейчас я буду ей там помогать с лампочками, со всем этим. Взамен она будет мне лекции читать там, ну, как капитан, то есть. Капитан. Когда, в каком году эта война была? Какой танк был на войне? Тигр. Правильно. Короче, сейчас мне лекции прочитают. О. Повсюду унылые стены, разбитые заборы. И мне нельзя рисовать. Это просто кошмар. Граффити уродливые. Заборы убогие, стрёмные. Это не я убогий, это вокруг стрёмно все убого. Я вандал. Я вандал. Я говорю людям, что я вандал. Может, я им еще буду говорить, что я кое-кто еще. Я вандал. Я Адольф. Я вандал. Я этот... Мэрилин Мэнсон, блин. I'm a dreamer boy, I'm a motherfucker dreamer boy. I love a girl that don't need fucking me, the boy. Окей, окей. Блин, я про себя могу спеть песню, а вслух что-то слова забываются. Shafty pastel, when I spazzle, when I... Окей, okay, yeah, hit that, shafty beat back. When my list there's not when my list had. Okay, I pull my own now. I pull my own now. Ой, блин. Какой тупой смысл песни. Блин, здесь столько уродств повсюду. Когда же мы придем к власти и все это сметем? Смоем водой весь этот грязный город, чтобы... Вот тут написано, смотрите. Надпись какая. Вот это не вандализм. Вот смотрите, мы придем к власти, и мы все здесь изменим. Мы сделаем банк, который дает минус 10%. То есть, ой. Короче, что он тебе доплачивает деньги. Не будет больше олигархов, этих, которых дети за рубежом живут. Все дома будут украшены красивыми плитками, и лично я разрисовывать буду. А специалисты будут покрывать идеальным покрытием, стеклом с подсветкой. Все дома будут разрисованы идеальной плиткой. Понимаешь, нет? Я вандал, я вандал. Я говорю всем, я прохожим, что я вандал. Короче, смотри. Потом здесь... Так... Потом мы сделаем, чтобы за квартплату платили люди 100 рублей в месяц, а не 4 или 5 тысяч в месяц. Потому что куда уходят все остальные деньги? Столько денег куда уходит? Ты задумайся своей головой, куда уходит столько денег? Один раз построили гидростанцию, и все. Ребятишки. Банки эти все вот эти вот частные мы закроем. Что там будет? Так точнее они сами закроются, потому что никто не будет у них покупать. Потому что у нас будет банк единый, который приплачивает русским людям, россиянам. Мы, короче, сделаем много чего хорошего. Ой,
Мы будем вкладывать средства в медицину, в науку, чтобы зрение лечили нормально. Чтобы мы не будем брать отпечатки пальцев, развивать науку в том плане, чтобы отпечатки пальцев набрала там хорошо. Блин, вся стена в вандализме. Скан сетчатки глаза. Мы будем делать, чтобы она лечила сетчатки глаза, чтобы она лечила позвоночник. Мы будем вкладывать миллиарды в науку, в медицину, которая поможет людям простым чувствовать себя хорошо. Мы как бы сделаем так, чтобы у людей люди перестали пить, курить, но добровольно. То есть, чтобы они перешли на что-то более лучшее. Я не знаю, как это сделать. Это сложный вопрос, потому что там мы можем сделать, там придумать кое-что. Мы можем придумать такой пойло, от которого люди становятся добрее, добрыми друг к другу. Они с друг другом лучше могут договориться там о чем-нибудь. Но при этом они не агрессивные становятся. То есть они на созидание будут. Вот я, например, созидать хочу. И я никакого пойла не пью. Заменим роботами всяких этих, вот этих вот, которые сидят там, хамят посетителям. Вот все те тетки, которые сидят и хамят посетителям, мы их всех заменим роботами просто. Робот будет вежливо разговаривать с посетителями и не обсчитывать, честно разговаривать, все такое. Ой, блин. Потом что сделаем? Сделаем так, чтобы люди... Короче, по максимуму заменим роботами, чтобы люди отдыхали дома, получали зарплату, а роботы работали. Поэтому мы заставим этих капиталистов, этих работодателей приобретать себе дорогостоящих роботов, оборудование, много на них тратится и все такое, они не смогут получать сверхприбыль с людей, потому что им выгодно держать людей. Они платят людям минимально, что людям не хватает даже на здоровье потратить деньги. А роботу ему придется на все деньги давать, то есть на все деньги, замену запчастей, раскошеливаться тебе придется, буржуй. И короче это... Мы будем просто людьми спокойными, свободными, гулять по чистому городу, где все разрисовано пейзажами, красками, красивыми, мелками. Автомобили, короче, я не знаю. Мы что-то придумаем, чтобы автомобили были безопаснее и подальше вообще. Потому что это просто капец, как они достали. Сейчас мне будет лекцию читать. 2,5 часа. Не знаю, что со мной завтра будет. Что будет со мной завтра, я не знаю, ребят. Скорее всего, я буду просыпаться в панической атаке, потому что я перестал принимать транквилизаторы. Сейчас у меня будет лекция. Гитлер... На скорости 10.0, только там даже похлеще, чем Гитлер. Я как-то попробовал послушать ради интереса, он вроде так спокойно, в принципе, говорит еще более-менее, но по сравнению с бабушкой, это вообще, он не сравнится, ё-моё. Это как если бы он озверел, знаешь, совсем вот прям, и бешенствовал, вот эта бабушка моя была бы сейчас.